Ощущение присутствия во многих странах, городах и эпохах уже много лет не покидает эзотерика Донну Луну. Женщину, которая живет в 21 веке и устраивает балы и приемы по традициям века 15-го. Как утверждает сама, не случайно. Луна считает, что у нее было 10 аристократических воплощений. 10 аристократий воплощений и 8 магов у меня еще воплощений. Иными словами, эзотерик верит в идею реинкарнации, считая, что в одной из жизней она жила в Венеции, в другой – на территории современного Израиля, в третьей – в Египте. Причем каждый раз принадлежала к особам знатного рода.